Коллеги, рядом со мной Людмила Семенова, компания DSSL, компания-производитель систем видеонаблюдения российская. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте знакомиться еще ближе. Что вы делаете помимо систем видеонаблюдения? Это софт, аппаратная часть? Мы делаем и софт, и аппаратную часть, и видеокамеры, значит, видеорегистраторы, сервера хранения. А софт у нас и программное обеспечение видеонаблюдения, и модули нейроаналитик. Насколько я знаю, ваше программное обеспечение как-то даже отмечено уже своим вниманием. Конечно, мы российский производитель, мы в реестре Минцифры. У нас абсолютно российский продукт, по программному обеспечению абсолютно российское. Расскажите немножечко о нашей выставке, о нашем форуме, как он для вас проходит, насколько сейчас актуальна эта тема для всех ритейлеров и насколько повышен или понижен спрос? Знаете, в такие времена к охране своих магазинов и так далее, очень серьезно все начинают относиться. Если в какие-то времена жирные можно пренебречь какими-то вещами, то сейчас особенно этому внимание. Наши продукты очень популярны в ритейле. Очень популярны, при этом вы российская компания, при этом вы российский производитель софта. И я так понимаю, что никакие санкции нам не будут страшны, потому что вы у нас есть. Спасибо вам за вашу работу и, может быть, пару слов вашим потенциальным клиентам. Мы надежный поставщик. У нас вся логистическая цепочка со всеми поставщиками проходит через дружественные нам страны, поэтому у нас нет перебоев по части поставки оборудования. Приходите к нам, у нас есть опыт, у нас есть знания, мы вам поможем. В эпоху времени проблем, да, вот у нас хочется найти компанию, у которой все хорошо и все без задоринки. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Мы сталкиваемся с разными трудностями, мы умеем их преодолевать. Пожалуйста.